Чувашия получила 218 миллионов рублей на оснащение коек для больничных коронавирусом. Всего регионам России на эти цели выделено почти 33,5 миллиарда рублей. В больницах создадут или перепрофилируют специальные палаты для приема таких больных. Минздрав республики ранее сообщал, что скоро в Чувашию поступят дополнительно 94 аппарата искусственной вентиляции легких. Также в республике цеха чебоксарского трикотажа и фабрики Пике стали производить защитные маски. Продукция имеет все необходимые сертификаты для масштабного производства.